Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. Классная была охота. Вот еще один. Друзья, начинаем расстановку чучел-скорлупок. Вот. Сань, как мы их расставляем? Короче, мы расставляем их вот так, более-менее. Направление? Каждую скорлупу бросаешь. Так. А, по-разному, да? В разнобой. Ну, типа, полукругом. Более-менее сделать полукруг. Все. Хорошо. Все, погнали. Мы без ножек, да? Да, без ножек, ничего. Я считаю, что это ножки, это бред. Расстояние между чулами где-то метр, полтора. Вот так вот. Охота на вяхере. Только чтобы они не в одну сторону смотрели. Один так. Реальные. Ну, в один ряд. Я понял. Я просто, ребят, первый раз охочусь. Поэтому. Работают они абсолютно одинаковые. А у тебя объемники, да? Ну, у меня есть и скорлупа, пласт, и объемники. Работают абсолютно одинаковые. Фишка в том, что объемники занимают очень много места. Стоят одинаково, поэтому лучше приобретать скорлупу. Объемники ты периодически закидываешь на провода, да? Объемники, да, они служат у меня больше всего для того, чтобы вот, видишь. Ну, перекидывай через провода. Приспособление, да, сам придумал. Это вешалка такая, только вверх ногами переделана. Леска я перекидываю через провода, через ветки. Вот, и работает он гораздо лучше. То есть один вот такой объемник на проводах заменяет десяток скорлупы. Опачки в домике. Ты сам придумал такую конструкцию? Запатентовано. Вот он сидит как живой. А не подскажешь, почему мы сегодня выбрали именно это поле? Мы выбрали, потому что сейчас трактор только продисковал. Ага. Вот. И голубь любит на новое дискованное поле сесть. Собирает он. Червячков, жучков, да? Все? Жучков, там всякую мелочь. Ну не только зерновой, да, культуры, нет, как зерна, бы. Зерна сейчас вот, допустим, на этом поле вообще зерна нет вообще. То есть его продисковали, и мы должны там просеять через 2-3 дня, только посеять там, или может через неделю. Но тем не менее вяхрь садится именно на свежую землю, и вот он ковыряется, он любит поковыряться. Но ты, получается, вчера приезжал с утра, да? Я вчера птицы приезжал, было очень много. Птицы было очень, ну просто нереально много, как бы она вся сидела здесь. Вся кормилась. Но опять же, допустим, вечер от утра может он сильно, ну, кардинально, да, отличаться. Потому что утром может птица кормиться в одном поле, а вечером в другом поле. В вяхере. Поле продисковали, вяхрь пошел на него. А вот, допустим, сегодня я даже не знаю, что будет. Ну, посмотрим. Ну да. Ну, это же охота, Сань. Да, понимаешь? Охота. Здесь же никак... интерес, да, никогда никто не знает, обмануть, где птица будет. Вот, ну... По личному опыту скажу так, что птица кормится, пока ее не трогают. Как только птицу тронули, она сразу уходит на другое поле. То есть, если, допустим, у нас сегодня, вот, по вчерашней разведке, на сегодня сложится хорошая охота, то завтра мы, ну, практически ничего не возьмем. Возьмем, но единицы, совершенно единицы. То есть это совершенно будет другая охота по сравнению с вчера. Но у нас сегодня может вечерняя охота не состояться. Может вообще сложиться, да, так, что мы сегодня, вот вчера он здесь был, а
допустим, километра два продисковали такое же новое поле свежее. Он там кормится. Он уйдет туда, мы об этом даже не знаем, мы его ждем здесь, и мы даже можем его сегодня здесь не встретить. Да, вечерка может здесь быть никакая, а утрянка может быть совсем другая. А утрянка может быть. То есть яхрь такая птица, что она может вечером кормиться на одном поле, утром может на совершенно другом поле. Хотя это очень редко, но бывает такое. И наоборот, то есть вечером кормиться на одном, приезжать на другое. Ладно, ребята, да. Охота на то, она и охота. Мы сейчас расставляем чучела. Ребята пошли ставить обманки. Кстати, это... Вот смотри, вот вон он падает. Раз, два. Вот смотри, он уже упал. Это наше ноу-хау, мы это применяем на гусях. Применяем на гусях, мне это подсказал один очень хороший мой знакомый. Когда одно поле большое, гусь садится то в той, то и в этой стороне. Ну да, чтобы... Вот. И чтобы он садился в эту сторону, мы ставим им обманки, вешаем пакеты на этом, и белые, в основном белые пакеты, на черные. Ну, чтобы он шугался. Чтобы он шугался, боялся и больше жался к нашему полю. Ту же самую систему мы сейчас принимаем на голубиной охоте. Вот он, кстати, голубь идет. Вот голубь пошел. То есть ту же самую систему, мы сейчас голубь жмется ближе к поселку, ближе к той стороне поля, там нам стрелять нельзя. Ну там просто населенный пункт близко. Посреди поля, поле небольшое, 5 пакетов, то есть вдоль поля, и будем надеяться, что он из-за этих пакетов будет реагировать и идти на нас. Вот. Ну, в общем, ребят, так? Да, вперед! Расставляем чучела и ждем налетов. Ждем налетов. Все. От красотка. Да. Прямо над сверху упал. Сверху. Блин, а я даже не успел заснять. Ты снимал? Нет. Я даже не включал. Иди сюда. О, вяхер молодой. Снимаешь? Да. Что, несет или? Да, несет. Ну, куда он? Я не вижу. Ты, блядь, с кем приехал? Позвольте пропальпировать. Дай. Девочку. Вот, молодец. Ну, папе дай. Молодец. Ну-ка. Молодец. Вот он молодой. А не молодой, кстати. Старый. Уже упитанный такой. Короче, еще бы я бы выстрелил и чистить не надо. Вообще молодой старый. Вот это колечко. Молодого нету. Нету. То есть он такой же, только он нету. Ну, с полем, мужики, что? С полем, да. Всем доброе утро. Сегодня у нас утряночка. Вот опять идем на перепаханное поле. Посмотрим сегодня, как здесь с утра будет летать птица. Папочка попал, да? О, молодец, собака. Несет. Это те поднялись, да? Да, те поднялись, и сюда поднялись. Вон еще идет сверху. Сверху идет еще, да. Давай ко мне. Дай. Иди сюда. Сверху. Двойка. Моя. Вот она. Двоечка прошла сейчас сзади. Молодец. Ну что-то мы плохо стреляем. Вон слева тройка идет, слышишь? Да они сейчас начнут везде тут гонять. Четверка даже. Какая четверка? Еще она. Приехали мы на вяхере. Нашли вот такое вот перспективное поле. Птица здесь была. Подняли неплохо. Вот.
Сейчас готовимся к вечерке. Оставляем чучела. Рассаживаемся поудобнее. Вон они слева опять. Короче. Вот они, видишь, над нами. Но тут вехеря нет. Один домашний. А вот вехеря сверху. Вот они большие. Падают. Саня, вот как ты снимешь, ты вообще и спрячь, блин, чтобы не видно было. Вот вехерь падает. Вот уже Вадим чучела. Вот смотри. Уже сидит? Да, вот это. Можно? Давай пьем его. Давай. Так, не подождем. Одиночку пьем. Давай. Вот еще один. Подай. Давай. Лучше, Сань, по одному, но по одному. Это домашний. Да ладно, подожди, сейчас еще вехерь закружит. Эти как раз у нас манные, да, Сань? Да, эти пусть наоборот, они понимают. Они тут кружат. Сидоров, блядь, запускают, а у нас свои вещи. О, с полем. Живой еще. Надо его стукнуть. Бьем. Поднялись те. Вот, хорошо, что поднялись. Саня, он же уже падал. Тихо, идут на нас, Сань. Давай ко мне. К нам, Сань. К нам идут спереди. Два штуки. Слева заходят. Видишь? Командный. Один упал. Серьезно? Ну да. О, молодец. Майка, молодец. Это хороший. Падает. Спереди. Сань, готовься. Бьем. О, Санек. Сделал это, я специально не стрелял первый. А я не успел. О, с полем еще раз. Чисто бито, даже дышать не приходит. Да. Падает. Давай бьем. Ну, ё-моё. Хорошо так. Не-не-не. Я опять даже не понял, где он. Ну, перо попало. Он может под ранком, смотри, за ним упасть. Где он? Вон прямо над деревьями. Он как-то туда. Вон и вон, перо, видишь? Да. То есть вот сверху смотри, сколько перьев. Забираю? Вот собак. Забирай. Молодой, кстати. Где? Видишь? Да, молодой. Поэтому он спокойно летит. Май, у меня жрачки нет. Пап, скажи, я принесла, пап? Лечит. Вот еще два. Ну вот, охота закончилась. Сегодня у нас такой результат. Неплохой, в принципе, для первого раза. Вот. У меня на голубе, в принципе, охотился впервые. Ужин, в принципе, настреляли. Саня, большое спасибо за приглашение на охоту. Вот так вот. Вот такая вот классная была охота. А вы не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Вот, и до скорых встреч.